когда происходит убийство, но преступник остается на свободе. Я была виолончелисткой. Душа не может обрести покой. Забавно, люди здесь такие. Они гордятся своими маленькими местными убийствами. Для них это как традиция. Чтобы раскрыть преступление, сначала придется поверить. Когда узнаю, кто это сделал, исчезнешь, да? Освободишься. Поверить в невероятное. Джош Лукас в фантастическом детективном триллере «Маленький убийца».